Всем привет, друзья. Карлос, 30 евро. Вот такой N86 принес мне Карлос. Сказал, очень надо сделать. Это его любимый телефон. 2021 год. Ну, Карлос пользуется старыми телефонами. Поэтому я заказал шлейф, обычно у них рвется шлейф. Я его даже не открывал, честно говоря, даже не помню, как он открывается. Раньше как проверяли вот такие вот слайды по шуму, да, если шлейф там шелестит, так непонятно, неправильно, значит, поровный шлейф. Поэтому на Али заказал шлейф, там что-то около 5 евро он стоит. Сейчас мы его заменим. И проблема, надеюсь, будет решена. Батарею я снял, она на нуле. Поставил на универсальную зарядку. Есть любители таких старых телефонов. У меня тут целая коллекция их. Так, вот я сейчас снимаю, разбираю его чисто на автомате, потому что такой телефон я последний раз разбирал, наверное, лет 8 назад. Так, машинальная память осталась. Кстати, сегодня менял дисплей на 4-м айфоне, тоже забыл, когда последний раз разбирал. Вот он вообще отстегнутый. Вообще даже отстегнутый. Ну да, он шлейф поврежден, как я и говорил. Так. Кстати, вот он сам шлейф. Который 10 лет назад мы меняли довольно часто. Камерой, тут даже проклеенной. Так, здесь нам нужно снять верхнюю часть, разобрать, снять два вот этих винта. Кстати, ни разу не разбирался телефон, вижу по винтам. И внизу два винта. Саморезы. И теперь нужно сделать тут такое вот движение. По-моему, больше ничего нету. Нет, больше ничего нету. Точно ничего не забыл. Я помню, была какая-то моделька, где снималось стекло. И по стеклу еще были винты. Надеюсь, это не та модель. Так. Что-то там не задержит. А тут там просто клипсы стояли. Ну, вот он сам шлейф. Дисплей. Менялись тоннами такие дисплеи. Он потертый. Надеюсь, дисплей целый. Проявим уважение к телефону легенде, удалим с него пыль. Так, ну давайте попробуем, как там соединим. Тут уже паз есть такой интересный, не промахнешься. Так, камера,
снимаем. Так, камера. Ага, у нас здесь наклеено идет вот так. Шлейф идет вниз. Давайте сначала тогда наклеим камеру. Четко по разметкам. Так вот. Так, шлейф вниз пошел. Сюда или сюда. Вот я провтыкал, по-моему. Да, сюда, наверное. Застегиваем шлейф. Есть. Далее тут. Думаю, можно собирать. Верхний модуль. И включаем, ставим батарейку. Блин, нет, тут еще у нас, оказывается, разъем висит в воздухе. Черт, придется паять разъем еще. Давайте припаяем разъем. Sí, ¿tienes? ¿Qué quieres probar? ¿Pantalla? No, el placa base. Sí, pero ahora tengo teléfono para esperar a Samsung. Sí, pero funciona, ¿no? No, solo espera a Samsung. Cuando enciende Samsung... Ah, vale, vale, déjamelo. Y dos minutos si puede, porque el cliente está aquí. Ah, no, tío. Вот он, разъем тут висел. Сейчас, тут еще, по-моему... По-моему, тут еще нет фильтра, черт. Тут стоял не фильтр. Стекляшка. Старая, добрая. Вот такая вот. Придется заменить перемычками. Потому что фильтр такой сейчас найти нереально. У меня даже доноров нет на такие телефоны. Кнопочки, которые мы щелкали, когда прослушивали музыку. Итак, что можно посадить на фен? Можно и паяльником, в принципе. Так, друзья, я сейчас не буду эту ерунду снимать. Все знают, как появятся разъемы. Сейчас я быстренько припаяю за кадром, поставлю две перемычки и подключим к зарядке, чтобы увидеть долгожданные руки Nokia. Оставайтесь на связи. Итак, друзья, все готово. Разъем пришлось поставить новый. Быстро не получилось, пришлось помучиться, еще поискать, поднять все архивные разъемы и найти похожие. В результате нашел разъем от BlackBerry и, короче, поставил его. Да, тут у нас все развалено, все сыпется, все сгнило, пластик, резина, все уже старое. Так. Так.
застегиваем шлейф. Так, здесь у нас камера. Так, здесь у нас должна, по-моему, совпасть цикла. Кнопка. Да, есть. Так, теперь давайте прикрутим нижние саморезы. Nokia N86 2009, вот пишут в интернете, забил, статья 2009 года. Ну, походу, телефончик тоже 2009, 12 лет. Блин, вот кнопка запала, вот что с ней делать. Новую такую точно не найти. Так, ставим крышку, винты. Батарея чуть-чуть вроде подзарядилась, но универсальной зарядки. Так, по всему сверху. Да, у нас на клипсах. Крышка заклеена супер клеем. Давайте отключим зарядку. О, лампочка загорелась. Вот она, легендарная Nokia. Давайте руки. Да, руки. Чтобы появились руки, надо включить телефон. Вот они, руки. Подтупливаю телефончик немного. 440 сообщений. Выход. Так и хочется ткнуть пальцем. Тут русский язык-то тут есть. Так, где у нас меню? Вот оно, меню. Так. Язык у нас здесь должен быть. Генералис. Назад.
Да, конечно, устаревший софт. Опа, музыку включили. Давайте посмотрим, что тут есть. Опа. За это могут забанить. Все работает, кнопки работают. Вот у нас Карлос, у нас меломан. Назад. Ну, короче. Телефон в деле. Игрушки. Что за игрушки были в 2009 году? Да, тут, скорее всего, их нужно подгружать. Ну, понятно. Толкает на веб. Ну, короче, друзья, сегодня мы починили старый добрый телефон Nokia, который все еще, как видите, в деле. Заклеены, переклеены. Кстати, тут камера еще есть. Она, мне кажется, будет долго включаться. Короче, все очень долго. 12 лет как-никак. Я Дов, друзья. Подписывайтесь на наш канал. Оставляйте комментарии. Сейчас очень мало выкладываем видео. Тут меняем. Кое-что меняем. Поэтому, надеюсь, скоро все наладим. Будем выкладывать намного чаще. Спасибо, что смотрите нас. Всем удачи, на связи. Пишите.